Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова. Сегодня речь пойдет о стирке. Я, как и любая другая девушка, занимаюсь домашним хозяйством, и стирка – это один из таких важных аспектов нашей жизни. И совсем недавно мы обратили внимание, что наш любимый Ленор вырос в цене, и не просто вырос в цене, а многократно. Если раньше бутылку двухлитровую можно было купить за 400 рублей, то сейчас литровая бутылка стоит 600 рублей, так еще и мало того, невозможно найти. Это в редких магазинах, где есть остатки. То есть производитель уходит с рынка. Но уходит и уходит. И на замену Ленора мы нашли очень классный продукт. Это Decide Bio. И у меня на тестировании сейчас две бутылочки. Мы решили попробовать гель для стирки и кондиционер, потому что эти два продукта очень важны для того, чтобы наше белье было чисто и вкусно пахло. И, конечно, я уже сделала несколько стирок, как видно, да, по бутылке, что здесь многое заканчивается. И немножечко расскажу, почему именно этот производитель. Во-первых, это новая компания на российском рынке. Decide Bio, биоразлагаемая продукция. По составу очень понравилось то, что в состав входят растительные компоненты, и можно стирать даже детские вещи, то есть 0+, полностью выстирывается, не нужно делать дополнительных полосканий, белье такое чистое, свежее. Я пробовала уже стирать разные вещи: белое, домашнюю одежду, полотенце, постельное белье. Что мне очень понравилось, это, знаете, такой деликатный аромат, парфюмированный, тонкий, изысканный. Если даже сравнивать с тем же Ленором, то Ленор — это вот просто фу, убойный запах, который мне порой даже не нравился. Слишком его много, слишком яркий. Здесь же очень деликатный, в то же время тонкое и приятное белье по качеству. Что мне понравилось? То, что не слишком густой продукт, но эффективный. То есть вот такой бутылки литра хватает на 33 стирки. И еще сразу скажу, что я заметила, и это очень важно, то, что цвет у белья не выстирывается. Мне даже показалось, что некоторые вещи стали ярче выглядеть, чем они были до стирки. А это тоже большой плюс. Итак, вот такой бутылки хватает на 33 стирки. Можно 33 котика постирать. А кондиционер я выбрала кипарис и кашемир. Он дает и антистатический эффект, придает такую легкость и шелковость. Ну и, конечно, такой аромат. Ой, очень приятный. Просто нюхала бы и нюхала. Ощущения классные. Действительно, как будто тонкие духи. Итак, что мы будем с вами делать? Стирать. Просто будем стирать. Итак, приступим. Я обычно использую вот такой вот специальный шейкер, в котором есть метка, сколько миллилитров нужно наливать. И если белье не сильно загрязненное, то достаточно 30 миллилитров. То есть мы смотрим инструкцию на этикетке. Если же белье сильно загрязнено, то можно усилить до 50 или даже 60 миллилитров, если сложные загрязнения. Перед применением лучше вот так потрясти, потому что растительные компоненты внутри, и вы сейчас сами увидите, насколько густой, концентрированный и такой приятный аромат, что даже кота не отпугивает этот запах. Да, Баксик? Ну что, загрузим белье и будем стирать. Ой, ты-то что тут делаешь? Мелисса, сегодня не твой день. Сегодня стираем постельку. Загружаем. Сразу кладу специальную емкость с гелем сюда, прям в белье. Ну все, белье загружено. Осталось добавить кондиционер. Я его тоже хорошо-хорошо перемешиваю. И... ой, как мне нравится этот аромат. И небольшое количество, буквально вот столько, я добавляю уже в машинку. Оп, и осталось нажать кнопочки. И самое главное, обратите внимание, я прикреплю ссылку на сайт компании Decide
био, и вы увидите, что помимо вот таких вот упаковок литровых, которые, кстати, очень удобные, то, что они с ручкой, хранить удобно в ванной, есть еще экономичные 5-литровые упаковки. И помимо этого, ассортимент не заканчивается только на средствах для стирки. Есть мыло жидкое, есть гель для душа и другие продукты с разными ароматами. Поэтому всем желаю классных постирушек, чистого, свежего и ароматного белья. До новых встреч!